Всем привет! На связи Виктория Катыченко. И сейчас я расскажу, как верифицировать свой аккаунт Perfect Money. Для чего это делать? Для того, чтобы платить меньший процент при переводе, при выводе, переводе денег с Perfect. Я недавно это делала. Там были у меня трудности, о которых я сейчас расскажу. Может быть, кому-то будет полезным. Значит, в разделе «Настройки», как пройти верификацию, нужно зайти в раздел «Настройки». И опуститься вниз, и вы увидите верификация аккаунта, управление верификацией. Значит, сразу скажу, чтобы там все разделы были у вас доступны для верификации, нужно обязательно, чтобы был заполнен ваш адрес. Вот здесь вот не стоит звездочка, и у меня не был заполнен адрес. И у меня стала проблема, что мне некуда было загрузить там вторую страницу паспорта, я не помню, что-то нужно было загрузить, и у меня не было возможности, куда нажать, чтобы добавить этот документ. И потом не сразу я увидела, что оказывается нужно, чтобы было поле адрес вписано. Значит, имя аккаунта у вас должно стоять то, которое вы сможете подтвердить паспорт, отправить первую и вторую страницу, и какую-то квитанцию об оплате, коммунальной платеже, чтобы имя на этой квитанции и прописка, ну вернее адрес, стояли такие же, как вот здесь как здесь и здесь. То есть у меня, допустим, квартира на маму мою оформлена, и поэтому мне пришлось ставить сюда ее имя, загружать ее паспорт, загружать квитанцию, потому что квитанция приходит на ее имя, не на мое. Вот так вот. Сразу это учитывайте перед тем, как загружать документ. Сейчас покажу, как загружаем документы. Опускаемся вниз. Управление верификацией нажимаем. В это поле загружаем отсканированная копия документа, удостоверяющего личность, паспорт или водительские права. Perfect Money сравнит ваше имя и имя профиля вашего счета. Любые изменения имени на вашем счету приведут к потере статуса «Имя верифицировано». Значит, уже после этого ничего нельзя будет менять. Далее, если здесь все правильно и указан адрес, именно домашний адрес, там где нету звездочки, то у вас будет открыто вот это поле. Если у вас домашний адрес, где звездочка не стоит, не указан, то тогда сюда вы ничего не сможете загрузить. Я вот так вот ждала долго, а пока не прочитала, тут красным текстом было написано. Его нужно было просто перевести. И потом мне пришлось менять имя аккаунта и перезагружать первую страницу паспорта, и потом уже квитанцию я загрузила. Дальше, с телефоном тоже интересная история. Здесь будет стоять ваш номер телефона, который вы вводили при регистрации. Вы должны будете нажать кнопочку и получить, я думала, что буду получать смс с пин-кодом. Но нет, мне поступил звонок где-то в течение одной минуты. Мне поступил звонок с безымянного номера. И на английском языке сказали какую-то такую достаточно длинную фразу. И потом сказали, на английском несколько цифр произнесли. У меня под рукой оказался открытый файл, и я записала то, что услышала. Это повторяли несколько раз, где-то 3 или даже 4 раза. То есть говорили цифры, и потом какая-то длинная фраза, опять цифры, и потом опять фраза. И так еще, по-моему, пару раз. В общем, 8, 6, 4, 7 я сумела услышать, записала быстро. За третьим разом я поняла, что надо быстренько куда-то это записать. Перевела на английский. Ну, я это считать 10 умею, слава богу. Вот. И, значит, ввела сюда этот пин, нажала подтвердить. И сразу же мой аккаунт стал, вернее, телефон верифицирован. Тут опять-таки идет предупреждение, сравнит ваш номер телефона с номером телефона в профиле вашего счета. Любые изменения телефона на вашем счету приведут к потере статуса телефона, телефон верифицирован. Голосовая проверка телефона требуется. Видите, ну в общем, надо читать все, что пишут, а нам лень обычно читать, и получаются разные казусы. Все, я надеюсь, что кому-то это было видео полезным.
Я, правда, не знаю, сколько теперь я буду процентов платить за перевод денег или вывод. Если кто знает, напишите в комментариях, буду благодарна. Я и, наверное, многие люди, которые сейчас смотрят это видео. Вот. Ну и если я на какие-то вопросы не ответила, может, я знаю, но я забыла об этом упомянуть, задавайте тоже в комментариях, пишите, я буду читать. Если я смогу помочь, отвечу. Если нет, ответит кто-то другой наверняка. Если кому видео было полезно, конечно же, спасибо вам огромное за лайк. Подписывайтесь на канал, ставьте свои комментарии. Ну и встретимся на YouTube. С вами была Виктория Котыченко. Пока-пока!